Итак, приветствую, свои друзья и гости канала. Да, я помню ваше выражение, что на Максе каска смотрится как, не знаю, как седло на лошади. Ну да ладно. Мы находимся с вами на ФСДшном объекте, а это значит что? Это значит, что все делается здесь по закону, это значит, что все делается, строится как должно быть. Не как от Ашотика, как вы привыкли, да, а полноценно, нормально. Мы с вами находимся в жилом комплексе, который называется Гранд Парк. Почему я снимаю опять без стабилизатора, ребят? Ответ очень прост, потому что ветер есть. Кстати, видите, у нас погода наконец-то становится более-менее нормальная. С утра был дождь, а сейчас уже душно и опять 25 градусов. Итак, мы смотрим с вами, да, идет подготовка фундамента для второго дома, который называется жилой комплекс Гранд Парк 2. И, соответственно, соответственно, давайте мы с вами пройдемся, посмотрим, что же из себя представляет у нас тот или иной этаж. Посмотрим, какие здесь работы ведутся, и посмотрим, что мы можем здесь интересного такого посмотреть для себя любимых. Спасибо. Вот. Итак, ребят, что такое Гранд Парк 2? То есть Гранд Парк. Есть жилой комплекс Гранд. Единственный жилой комплекс, который вовремя был построен и вовремя был сдан. Жилой комплекс Гранд находится на Пасечной. Этот же застройщик сейчас строит у нас Гранд Парк. Почему Гранд Парк? Во-первых, позволяет территория. Вот здесь, например, будет спортивная площадка, наверху будет паркинг. В общем, я думаю, всем будет всего хватать. Ну и сейчас мы с вами потихонечку пройдем, дабы не мешать рабочему процессу. И посмотрим, что же себя представляет. Ну, первое, что бросается в глаза, это первый этаж. Он же у нас технический этаж, поэтому его нет смысла смотреть. Но. Мы видим с вами, что есть две шахты лифта. И, конечно же, дом у нас монолитный, конструкция такая довольно-таки серьезная. И попробуем мы сейчас все-таки пройти на один жилой этаж и посмотрим, что же он из себя представляет. Значит так, наверное, мы с улицы пойдем, снаружи. Давайте попробуем сейчас это пройти. Кстати, много тоже потратили денег на опорные стены. И еще это не конец. Кто-то спрашивал, ровная ли здесь поверхность. Нет, ребят, здесь не ровная поверхность. Здесь находится немножко на горе. Но плюс данного жилого комплекса, что рядышком есть школы, детские сады. И все 33 удовольствия, которые обычно желаете увидеть. Соответственно, здесь есть квартиры видовые и есть квартиры невидовые. Ну, потихонечку пройдем. Кстати, все квартиры у нас с балконом. Балконы входят в общую площадь. И, соответственно, за балконы вам нужно платить. Какие же самые видовые квартиры? Самые видовые квартиры – это у нас, конечно же, вот этот угол левый. Если мы будем смотреть слева направо, то примерно это квартиры, которые самые большие. И именно с них открывается то лучшее, что вы хотели бы увидеть в Сочи. Это, конечно же, вид на море. Опять же, сейчас не самая лучшая погода, ребят. Но мы с вами видим, что даже на первом жилом этаже, в котором мы находимся, вид гораздо лучше, чем с многих жилых комплексов вместе взятых. Да, здесь видно море, здесь видно вот эти горы. Ну и, конечно же, мы с вами видим соседние дома, которые здесь наполовину там ЖПшки, наполовину дома тоже многоквартирные. Чуть ниже, если мы спустимся буквально 300 метров, мы с вами попадаем в жилой комплекс, который называется «Новая Заря». Что касается данного жилого комплекса. Хороший жилой комплекс. Планировки у нас начинаются от 20 квадратных метров, которые были раскуплены сразу же. А так, в основном здесь квартиры в продаже – это 35 квадратов, 38, 53, 37 и так далее. Все квартиры с двумя окнами, все квартиры с балконами. И, кстати, вот даже вот эта вся сторона, да, она, по сути, видовая. Не видовые квартиры у нас только те, которые смотрят на соседний дом и на соседнюю площадочку. Что касается данного жилого комплекса.
располагается в центральном районе, район Донская, улица Тимирязева, 34Б, ну и, соответственно, статус квартиры. Если же мы будем с вами рассматривать особенности данного жилого комплекса, то, конечно же, мы с вами видим монолитный каркас, заполнение будет керамзитовым блоком, и тем самым, в принципе, считается дом хороший, качественный. Единственное, что вот высота потолков, ну, почему-то мне кажется, что здесь нифига не 3 метра, мне кажется, высота потолков поменьше. Но ничего страшного, я думаю, потом по итогу мы с вами сможем все это определить. Но я не сказал, что там, посмотрите, да, вот я протянул руку, ну, я думаю, что, наверное, 2,80 точно есть. 2,80 есть, а там дальше уже видно будет. Углы у нас монолитные. Это у нас для того, чтобы было такое хорошее ребро жесткости. Ну и, конечно же, если вы посмотрите планировку квартир, то я могу сказать, что начиная с квартиры, если мы посмотрим слева направо, это третья, четвертая, пятая и так далее. Начиная с третьей квартиры, это все квартиры, которые идут с видом. Вот на третьей квартире, ребят, чтобы вы понимали, вот такой вот вид. Соответственно, третья квартира – это 38 квадратных метров угловая. И пошло, 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 поехало. Ой, извиняюсь, четвертая квартира. Четвертая квартира – это… И, в принципе, да. Вот, еще раз давайте покажу вам план. Слева направо. Все квартиры правильной формы. Квартиры у нас либо идут однокомнатные, есть по одной студии, и есть квартиры, которые двухкомнатные. По цене. К примеру, квартиру в 35 квадратных метров можно купить за 3 миллиона 250 тысяч рублей. А если мы возьмем, например, квартиру 53 квадратных метра, то можно купить за 4,650. Как раз 53 квадрата, это которая квартира у нас угловая. Вот с этой стороны находится. Конечно же, я чуть позже приду сюда, когда здесь уже будут перегородки какие-никакие, чтобы вы могли посмотреть планировку. Но планировки все хорошие. Реально, планировки все хорошие. Я постараюсь в видеоролик все это вставить, и вы сможете все это лицезреть. Теперь, что касается второго дома. Второй дом пока у нас еще в продаже не открыт. И цена там не будет прям ниже, потому что поговорил я с застройщиком. Застройщик говорит, что мы придем к тому, что здесь ценник будет такой же, как в Новой Заре. А в Новой Заре минимальная стоимость квартиры за 1 квадратный метр составляет 130 тысяч рублей. А так в основном более-менее нормальные квартиры начинаются от 145 и выше. Поэтому про никакие скидки здесь даже и разговоры не может вести и речи. Цены обычно все становится выше, выше, выше и выше. В целом, лично мне данный жилой комплекс нравится. Мне нравится застройщик, потому что застройщик надежный. Я знаю, что не пройдет и пару месяцев, и в этом доме еще вырастет как минимум 4 этажа. И тем самым здесь застройщик откроет у нас ипотеку, включая и военную. В данном жилом комплексе также большой плюс, что будут перегородки, санузел будет у нас отделен, и планировка квартир тоже будет присутствовать. Тем самым данный жилой комплекс автоматически сразу становится интересным для всех ипотечников, для всех банков. Например, если мы возьмем с вами жилой комплекс «Гранд», там проходили ипотеки и военные, и Сбербанк, и ВТБ, и Россельхозбанк, и Колхозбанк, и еще какой-нибудь банк. Там все проходило. Потому что, сами знаете почему, потому что все сделано правильно, все сделано по закону. На данном этапе продажи открылись только 2 месяца назад, поэтому ценник пока, мягко говоря, гуманный. Потому что рядышком все конкуренты стоят гораздо больше. Все, быстренько убежим, пока нас не разровняли. И домик, кстати, он тоже будет видовой. Тоже будет отличные видовые характеристики. И как в случае с огнями Сочи, ну нифига не будет дешевле. Вы видите, да, какой темп строительства. Вы видите, что уже поднимается третий этаж. Видно, что народ есть, движение есть. Отдел продаж тоже уже организовали. В общем, здесь есть все. Теперь, конечно же, кто-то спросит, подходит ли данный объект для инвестиций. Ребят, однозначно данный объект для инвестиций подходит.
ценник здесь будет на выходе не менее чем 140-150 тысяч рублей за квадратный метр. Поэтому, если кто-то хочет заработать не менее 40% годовых, именно 40% годовых, то добро пожаловать именно в данный жилой комплекс. Точка входа, по сути, начинается от 3 миллионов, 3 миллиона 250. Чтобы вы понимали, к примеру, жилой комплекс «Звезда», который строится по федеральному закону 214 в Лазаревском, там ценник уже начинается от 2 миллионов 800 тысяч. Если мы смотрим с вами жилой квартал, который находится в поселке Лазаревское, там также остались квартиры, которые уже перешагивают в 3,5 миллиона рублей. Поэтому, если вдруг нужна квартира именно в центральном районе Сочи, именно нужно, чтобы были рядышком школы, детские сады, чтобы до торгового центра «Маримол» можно было доехать за 5 минут, чтобы была парковка, чтобы была большая территория, чтобы была детская площадка, спортивная площадка и так далее. И самое главное, вам нужна надежность, я думаю, нужно именно сюда. Ну реально сюда нужно. Если кто-то спросит, хотел бы я здесь жить? Нет, ребят, я здесь не хотел бы жить, потому что есть свои причины. Те планировки, которые здесь есть, здесь максимум получается квадратура, ну, 53 квадратных метра. Я все-таки хочу себе квартиру не менее 80 квадратных метров. Да, вот такие хотелки у меня появились, потому что настроен разрождаться, расширяться. И все-таки хочется квартиру себе побольше. Здесь, конечно, тоже можно взять и объединить и так далее. Ну, не хочется заморачиваться по этому поводу никак. Что касается места, место хорошее. Ну, реально, место хорошее. Кто-то скажет, гора, промзона. Ребят, ну, это гора, промзона, пока идет стройка. Не пройдет там буквально и полутора-двух лет, и все здесь будет красиво, все будет видоизменено. Все, что там некрасивое, будет благополучно, администрация Сочи все будет снесено, тем более вы знаете, как все сносит. Поэтому, если вам нужна безопасность, если вам нужна вся сумма в договоре, если вы рассматриваете как вариант на будущую ипотеку, если для вас важно, чтобы рядышком была школа, если для вас важно, чтобы рядышком был рынок, если для вас важно, чтобы рядышком был детский сад, автобусные остановки и так далее, то я думаю, для вас это один из лучших вариантов в Сочи по цене. Вполне возможно, что кто-то посмотрит видеоролик через 3 месяца, и уже он не будет такой привлекательный. Но сегодня 24 число, 24 июля, завтра у брата день рождения, и я считаю, что на сегодняшний день это один из лучших, из топовых объектов, и здесь можно заработать, здесь можно квартиру смотреть для себя, здесь можно жить, и в конце концов, ребят, ну хватит вам уже покупать всякий шлак, который вот рядышком здесь стоит, и потом названивать, почему там не сдается, почему то, почему. Да потому что строится на земле жесть, незаконно, поэтому не сдается. Здесь все прозрачно, все чисто. И судя по жилому комплексу «Гранд», вовремя все построят, вовремя все сдадут. Поэтому, ребят, если вдруг заинтересовали квартиры в данном жилом комплексе, обращаемся, с большим удовольствием помогу вам приобрести. Ну а теперь немножечко полетаем. Пока!